Подарки каждый день. Коробочка такая вот на пол комнаты. У нас комната метров 20, наверное. Та-дам! Вот так вот велики доставляют в Польшу. У меня наконец-то будет велосипед. Я дождался этого момента. Это вот аппарат стоит 700 злотых. Где-то рублей 400. Тут скоростей никаких нет, ничего, просто сейчас будем его доставать отсюда. Вот такой велик. Сейчас буду его в порядок приводить, педали прикручивать и руль уравнять. Зачетный цвет очень такой матовый, черный. И руль не белый. Тоже прикольно, что не белый. Но скоростей, как я сказал, нету, просто обычный велик. Такой вот городской, типа, чтобы просто до работы доезжать. Можно, в принципе, даже вечером попытаться. Две фары вот здесь. Одна и вторая вот. Вот это. Все. Велик готов. К завтрашней поездке на працу. Такие вот фарки. Светятся тут все дела. Вот такой вот РВШ. Такой здоровенный карабане.